Всем привет, с вами Волк ТВ. Волк — это сталкерская кухня. Вот, сегодня мы с вами будем делать такое блюдо, как курица-пулярка. Ну, запеченная курица. Встречается она, ой, ребята, во многих романах у Гоголя, в «Мертвых душах», у Дюма, в «Трех мушкетерах», по-моему, где только не встречается. Короче, очень такое знаменитое блюдо. Вот. Ну, для начала, что нам понадобится? Курица, чеснок, лук, соль я пользуюсь адыгейской, масло подсолнечное. Так, ну для начала нам надо что? Для начала мы сейчас курицу натрем солью и поставим ее немножко пропитываться. А пока она будет пропитываться, сделаем подливку, чем будем сверху поливать курку. Значит, берем соль, прямо вот так вот смело сверху солим, не боясь. Курицу саму собой предварительно помыли, высушил ей, вот, чтобы помыть, высушить. А, кстати, не знаю кто как, но вот эту часть я всегда отрезаю. Что-то я сейчас забыл ее отрезать, кто-то не нравится мне эта часть, поэтому ее сразу отрезаем, выкидываем нафиг. Вот. Соль прям вот натираем. Так вот, солью ее полностью. Так, снимаю один, как видно, вроде нормально. Вот. Дракон у меня сегодня учится в школе. Потом с другом, говорит, пойдет встречаться. Так что сегодня я опять в гордом одиночестве снимаю видео. Вот. Исправляем крылышки курицы. Натираем соли как следует. Вот. Все, натерли мы ее. Теперь можно ее отставить чуть в сторону. Вот. И сейчас, секундочку. Вот. Солью натерли, отставляем в сторону, пусть пропитывается. Лучок потом покажу куда, зачем. И делаем теперь то, чем мы будем поливать нашу курицу перед тем, как ее отправить в духовку. Значит, для этого понадобится масло прям. Масло мы наливаем сюда в ложку. Где-то, ну, такое количество, ну там ложку, пару-тройку ложек. Теперь надо покромсать чеснок. Сейчас попробую встать так, как мне, чтобы было видно, то снимаю вечно так, что не видно, как шинкую, кромсаю. Сейчас мы попробуем встать чуть по-другому, давим его и погнали. Чеснок надо желательно не размочить как можно меньше, поэтому мы его сейчас давим, шинкуем. Так, опять. Вот. Значит, ребята, ну, пока что действительно свою передачу «Сталкер удачи» не могу вести по ряду некоторых причин, но в ближайшее время, думаю, все-таки получится. Вот. Ну, пока поэтому занимаемся другими делами. Да, сейчас собираюсь еще писать рассказ новый, вот, про перевал Дятлова. Нет, там не будет спекуляции. Вот. Сразу хочу, там будет, ну, расскажу, потому что мне тут один рассказ мой прилетел. Ох ты, историк, хренов, ничего не знаешь. Сразу хочу таким людям сказать: ребят, читайте внимательно, что написано в описании. Там написано «Рассказ мистика». Начинаю сразу: хренов историк, туда-сюда, ни хрена не знаешь. Ну, если вы читать не умеете, чем я могу? Что я могу вам сделать? Так, так вот, лучше чесночок мы складываем вместе. И теперь берем ножичек вот так вот и шинкуем его поменьше.
Ну, рассказ будет, я еще не начал писать эту проекцию, но, правда, перед этим, конечно, будет небольшая история про сам перевал Дятлова, лично мое расследование. Вот. Потом буду уже писать рассказ. Так, Курка, ты не мешайся на подвесе. Вот. Значит, вот так вот шинкуем. Все нашинковали. Кладем чеснок вот сюда. Ложку забыл взять. Берем ложечку. И, значит, вот это наше дело тщательно перемешиваем. Значит, перемешали, чтобы где-то получилось вот так вот здесь, да, вот чтобы там. Ложка нам потом понадобится. Я, правда, не знаю, как буду показывать, как поливать курицу в духовке. Ну, что-нибудь придумаем. Так, ну теперь все это дело мы оставляем минут на 20. С луком. Можно целиковый. Давайте мы его порежем, чтобы он пропитался лучше. Вот так вот на 4 части. Тоже режем лук. Больше не надо. Все, теперь вот это мы все дело оставляем. Курицу пропитаться солью. А масло, чтобы пропиталось чесноком. Минут на 20. Через 20 минут придем. Так, ну вот, значит, время прошло. Сковородку, духовку я уже скочегарил. Значит, наливаем маслице на сковородочку. Такой я использую старую чугунную сковородку еще советских времен. Раритет. Таких сковородок уже нет. Именно таких. Она, в общем, чугунная такая. Ух! Я, честно, не знаю, сковородки, наверное, лет больше, чем мне. Значит, берем нашу курицу. Кладем. Так. Лучок. Ну, можете без лука. Я просто обожаю лук. Лук, чеснок. Вот. Кладем лук сюда, чтобы он пропекся. И лук еще даст такой вкус курицы, нежный, мягкий. Ну, я говорю, кто как хочет. Можете с луком, можете без лука. Можете посыпать. Ну, специи вообще по вкусу. Можете с перцем. Делаю без перца одной вот солью. И, значит, теперь вот таким вот образом выкладываем нашу вот эту смесь на нашу курицу. Вот. Вот так вот размазываем ложечки. Для, так сказать, полноты ощущений. Ну, да. Вы можете кто кому чем угодно. Я все-таки предпочитаю работать руками, поэтому вот так вот размазываем. Обязательно туда внутри немножко помазать крылышки. Кур-кур-кур-кур-кур-кур. Вот. Все. Вот. И наша с вами курица готова. Сейчас руки помою. Вот, значит. И теперь мы нашу курицу с вами укладываем в духовку. Вот наша с вами курица. И теперь мы ее укладываем в духовочку. Все, пускай готовится. Ну, минут через 5 надо будет прийти проверить. Прошло 5 минут. Так, вот, надо проверить курицу. Значит, аккуратненько так ее снимаем. Вот, видите, уже
немножко начала поджаривать. И вот отберем масло с чесноком с дна сковородки и поливаем. Ну, короче, понятно, да? Конечно, не буду я ходить каждые 5 минут показывать, как это делается. Потом уже покажем результат. И само собой полили. Раз. Перевернули ее вот так вот. Ну, короче, через следующие 5 минут придем. Также, значит, мы ее польем. Перевернем еще на одну четверть. Ну, короче, как говорят, переварочная надо, вот она лежит на 15 минут. Раз перевернули, 15 минут, через 5 минут пришли. Еще раз также на одну четверть. Ну что ж, будем ждать, пока приготовится курица. Ну что, дорогие друзья, время прошло. Наша полярка готова. Протыкаем. О, сок хороший. Ну что ж, получается, а еще скворчит, а? Получается у нас вот такая вот красотень через плетень. Ну что, всем приятного аппетита. С вами был Волк ТВ, Волк, сталкерская кухня. Если вам видео понравилось, ставим лайки. А, кстати, лучок, вот тут у нас лучок даже, вот он. Лучок у нас пропекся, очень вкусный. Ну что, всем приятного аппетита, до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки. Следующее видео не за горами. Всего доброго.